Ребенка связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь Бибики. Гений! Какая область? А вы откуда? Оттуда. Из какого города? Из какого места? Украина. Это что, место такое? Украина. Страна. Я тебя спрашиваю, город какой? Место яке? Я тебя и по-русски, и на море спросил, что мне уже непонятно. А, это ты москаль? Ты, если москаль, то пошел ты нахер. Да обожди, обожди. Наверно, зря жалел Деникин хама. Спрашивай, да. Что тебе, что хочешь узнать? Точно, Касар. Давай, твое здоровье. Твое тоже, да. Откуда? Давай, рассказывай. Откуда? Про Крым. Откуда? Про Донбасс. Откуда будешь сам-то? Вы же любите. Рассказывай. Я не из Крыма, что мне тебе рассказывать. Ты откуда будешь сам? Где живешь? Из Руси. Город какой? У меня не город, у меня село. Ну село какая область? Ой, ты даже не знаешь. Да я на географию Украины лучше тебя знаю. Да ладно. Да ладно. Ну какой ты области? Село Красавище. Ну поселок я не знаю, какая область. А ты говоришь, лучше меня знаешь. Ты мне область скажи, я ж поселок никто не знает, все села. Да, ну область. Область наша, русская. Ну какая? Харьковская что ли? Русская или Черниговская? Ну... А ты говоришь, знаешь. Нихера ты не знаешь. Я тебя назвал, населенный пункт. Карася, ты чьи? Какой области или хотя бы района какого? Ну, побей в гугле, вы же это любите. Да нету в гугле твоего села. Как нету? Слушай. Да. Вот так. Или Сумская, может, нет? Ладно, все понятно. Наверно, зря жалел Деникин хама. Киевскую республику. Нет, плохо. Там в каждом вроде, блин, украинском направлении. Плохо вы поняли. Было только три республики. Донецкая, Луганская и Харьковская. Харьковскую подавили 14 марта 2014 года. Но поскольку Аваков... Это в 11 классе в учебниках, да? Ладно, хорошего вечера вам. Ну, откуда будете, по-честному, откуда будете? С Донецка. Да ладно, если бы с Донецка знал, что бы была Харьковская республика, у вас... Что мне вам доказывать? Думаете, я вам что-то доказываю? Ну, хорошо, не хочешь, не доказывай. Ладно, давай, успехов. И здесь, на этом перекрестке... А ты откуда будешь? Давай попиздим, давай попиздим. Давай. Ты откуда будешь? Мелитополя. Ясно. На какие темы? Ты же знаешь, где это, да? Знаю, Запорожская область. Знаю, Запорожская. Ты же знаешь, откуда это. Сука, русский фашист, блядь. Какой? Белорусский? Русский. А, ты русский фашист, что ли? Ну, как вы были, так вы стали, сука, русскими фашистами. Ага. Давай, рассказывай мне, да. Ну так вот спрашивай. Вопросы есть, задавай. Я искал тебя поругаться, да. Отвечу. Что ты, дед, не можешь рассказать? Да ничего я тебе не буду рассказывать. Есть вопросы, отвечу. Так а нахуй ты... У тебя эхо большое. Так а нахуй ты вот это вывешиваешь? Ну чтоб у тебя подгорело. Вы начинаете... Не, так хочешь я тебе расскажу, ибо, дед? Я токарь, блядь. Десятилетним стажем, блядь. Я работаю в Польше. Ты, блядь, кем проработал? Вот ты мне скажи, ты кто такой? Профессором я проработал. Да, теоретиком.
Я вас называю, блядь, теоретиками. Ну да. Вы нихуя ни разу за станками не работали, зато преподаете, блядь, в институте. Почему? И теоретики. Почему? Вы... За станками. Да потому же, что, блядь, написано, оно нихуя не подходит. Да, за станками я тоже. Ты об этом знал, ебать. Тут не, это, да? Отрезал хоть раз. Отрезал хоть 30, шаг полтора резьбу. Резал сам вручную. Я ж не помню. Нет, саму резьбу я не резал. Обрабатывал на станке на токарном. Да. Ладно, у тебя на есть... На станке ты... Наверное, зря жалел Деникин хама. Добрый вечер, Херсон. Понятно. Ваш вопрос у вас интересный есть какие. Меня Олег зовут. Олег? Да. Да вроде нема никаких до вас питаний. А до кого у вас есть питание? Ну, до таких, знаете, серьезных людей. До людей при памяти всегда есть питания. Ну так вот, я при памяти серьезный, задавайте вопрос. Да нет, это вы так думаете, что вы при памяти. У вас голова забита опилками. Да, ну это вы так думаете. За себя он был совсем не разговорник. Каркашовский был гвоздя украинскому угарному члену. Украинец? Да. Украина, которая он создал. Группа Крымичского. Посмотрю вокзал. Пассажирский поезд номер 68 Харьков-Краснодар отправляется с 5-го пути. Пассажирский поезд... Билет! Тихо, отец, заговоримся. Харьков-Краснодар отправляется с 5-го пути. Телефон спецсвязи. Первый. Это 7-й. Объект со станции Харьков ушел. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении. Первые секретари обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра. Совместный стрим. Улица родная, и в небо дождь.